ВК знакомство сегодня об нем поговорим, хотя я не какой-то там особо пользователь этого сервиса, но вот что-то захаживать стал от 40 лет так. Вот. Дело в чем? Познакомился. Да, причем мне просто какие-то лайки пришли, но там же не показывают бесплатно, кто это такой себя лайкнул. И вот я такую фишку понял. Когда тебе кто-то лайкает, ты заходишь в этот ВК знакомство, свой аккаунт, и сразу начинаешь лайкать просто всех, кого попало. И ты натыкаешься на тех, кто тебя лайкнул. То есть и там хуйня какая-то розовая всплывает, типа вот ваши там совпали вкусы или что там, какая-то фига жесть, в общем. Вот. И такой думаю, ну прикольно. И девки такие красивые, все как на подбор. Вообще огонь просто. Я такой думаю, да блядь, ну неправдоподобно, что мне 45 лет. Видно, все равно все по лицу. Он какие мешки зачетные под глазками. Вот. Ну, отступление легкое. Вот. Я такой думаю, ну, что, нормально. Сначала-то как бы начал думать, блядь, ну класс, класс. Что типа у меня девки молодые лайкают, думаю, блядь, ну, не потрахать, да хоть просто поболтать немножко. А может даже и что получится. Черт чего знает. О, короче. И вот одна. Ну, несколько штук было таких, которые типа сами пишут, предлайкнули, ты лайкаешь ответ. Они тоже, видимо, видят, что у них взаимность какая-то херня. Но, блядь, сейчас до этого дойдем тоже. Короче, раз, одна такая пишет, первая, это вообще редкость какая-то. На меня посмотрите, да. Первая пишет, типа, о, привет, как дела там? Эти смайлики, ладошки махают, вся хуйня. Короче, я пишу, да ничего там, ну, за слово, не буду свои секреты, блядь, выведывать. Там, секреты своего общения в чатах, блядь, с девчатами. Чаты с девчатами, блядь, хорошая песня получится. Короче, вот, и что-то туда, все, блядь, огонь развивается, беседа. На полу в каком-то съеме, блядь, раз, просто человек сливается, и его профиль нахуй пропадает из этого ВК знакомства. Я такой думаю, да, сука, это бот. Я программист просто, я представляю, что это за херня, как это все делается. Хоть и веб-программист, все равно, блядь, понятно все. Вот. И, короче, думаю, ну, бот. Раз, вторая такая же херня. Тоже быстрый этот человек сливаться. Блядь, общение идет полным ходом. Офигенно все, блядь, девка классная. Говорим что-то там, прям все, отлично. Раз, что-то, блядь, на полусловие опять сливаться, человечек, я думаю, да бог с ним. Ну, сейчас уже точно понятно, что это бот. Ну, блядь, красивая девочка, вторая подряд, первая пишет. Ну, что, блядь, если не это. Хуяк, третий раз. Опять лайки пришли, я захожу, там в ответ лайкают, такая опять симпатюга. Вот, пишет, как дела, привет. Я да, все говорю, нормально, уже так особо внимания не обращаю, никакого развития нахер не будет. Вот, блядь. Пишут, я думаю, ну ладно. А я все так на отъебись, короче, такой, ну, блядь, особо не заморачиваюсь. Думаю, да бот это, блядь, полюбас. Тоже опять красивая, молодая. Ага, такая, давай типа в телегу переходим, скинь ей свой номер. Я такой, да, на, блядь, держи. Старый свой номер отдал. Раз, хуяк, добавилась в телеге, что-то написала. Такая, и здесь написала, типа, я там, типа, тебе приветики. Я такой, ну окей, пошел, посмотрел, ну да, приветики, такой, здорово. И все равно думаю, ну все равно это херня, потому что, ну, блядь, ну, шляпа полная. Такой, ладно. И пишет опять, и пишет в Телеграме уже, все. Я такой, ну сейчас некогда, пошел я там туда-сюда на тренировку, там по делам. Вот, она не унимается. И я так сначала думаю, она как-то пишет, тут вроде бы не сказать, что как не человек. Как будто человек, но с какими-то, вот, блядь, легким таким... Я не могу это объяснить даже. Ну, то есть, вот, понятно, что как-то как будто нихуя не человек. Вот. Я говорю, слушай, ты бот. Она такая, да нет, типа, я не бот, вся фигня. И, короче, мы пишем, она на вопросы так все отвечает хорошо. Где-то мажет, маленько совсем, чуть-чуть, но это как будто так в порядке погрешности какой-то допустимо. Я думаю, ну ага, ладно. И вот сегодня, второй день пошел, как мы с ней общаемся в Телеграме. Вчера что-то раз опять на полусловие прикрылся, такой, ну, думаю, опа-ля. И вот оно опять началось. Я вчера написал, я такой говорю, типа, что... Слушай, говорю, вот, ну, раз ведь ты не бот, давай мы с тобой онлайн как-то пообщаемся, можем по видеосвязи. Хотя бы, говорю, просто скинь голосовое, либо фотки, вот прямо сейчас мне.
Вот сейчас фоткайся, отошли. Думаю, ну где она, блядь, так быстро какую-то такую домашнюю фотку, типа на себя похожа на самом деле. Все равно какие-то фотографии ВКонтакте видел. Да и в этом, в телеге тоже у нее эта аватарка стоит. Думаю, ну вроде похожа и там, и там. Думаю, она быстро где-то такую найдет домашнюю фотографию. Так, думаю, ну отъебись, не получится. И она раз и пропала, я такой думаю, ну, приплыли, все. И сегодня она такая, что, говорит, типа, позабыл про меня вчера, пишет. Я говорю, да нет, говорю, сама же, говорю, типа, слилась. Она написала вчера, что, типа, сейчас, говорит, скину тебе, типа, либо голосовое, либо фотки. Просто сейчас, говорит, дела не какие-то там. Она там, типа, наплела мне, что... Сама из Казани. Чего она вообще в кировских знакомствах делала? У меня же круг как бы все равно выбора какой-то определен там в ВК знакомствах. Ведь сама из Казани, живет в каком-то городе, блядь, не помню город, но в Венгрии, короче. И я такой, ну да, загуглил, посмотрел, город красивый, есть такой, ну да. Вот, и, блядь, еще к чему. А, ну типа цветочный магазин у меня, вся фигня там, свой бизнес, типа такой небольшой. Я говорю, ну ладно. Сегодня так о том о сём поболтали, причем первое сообщение, что она прислала, какое-то словами, и потом голосовое, типа, там, привет, что там, туда-сюда, вчера, где, кто, я не помню, честно, слово, что он там говорила. Ну, дело, в общем, не в этом. Такая, весь день со мной сегодня, вот, до вечера переписывалась. Где-то, опять же, таки, так, чуть-чуть, еле заметно мазала, но, как бы, это, а я до этого подозревал, что она бот. И, как бы, блядь, думаю, ну, и она, как бы, чем дальше, тем больше у меня сомнения развеивала. Вот, я такой думаю, ну, блядь, вроде человек, так все, там, что-то говорим, траля-ля, думаю, ну, блядь, не может бот такой умный быть. И такой думаю, дай-ка я сейчас загуглю, как вообще бота определить. Думаю, все равно, здесь какие-то, наверное, умный совет. Посмотрел, ага, там, типа, но они приколов не особо понимают, типа, иронию, там, ну, подъебок всяких. И есть такие загадки специальные, и, блядь, не помню сейчас, как она. Просто, короче, пишется вопрос обычным шрифтом. И между слов, большими словами, вообще левые слова вставляются. Нормальный человек поймет, что что-то, блядь, в предложении все буквы нормальные, а большие слова где-то вставлены. Он их уберет и посмотрит, что это за предложение, что за вопрос, и ответит на него. Там был, типа, вопрос такой, что, типа, сауна это сухой пар или сырой. И между словами какие-то, блядь, другие вообще слова, блядь, вообще не от той, блядь, области, нахуй, навтыканы. Ну, как бы, типа, бот такую шляпу-то не поймет. Я такой, раз, да хочешь, говорю, загадку? Она говорит, да, хочу. Я такой, ну, блядь, более как человек, думаю, вот поди бы и отказался. Думаю, ну ладно, посмотрим. Такой закидываю это предложение. Говорю, вот тебе, говорю, типа, подумай. Она что-то долго не было. А, еще прикол в том, что вот когда пишешь ей, она моментально что-то раз отвечает, либо какую-то задержку делает. Это типа похоже на какой-то алгоритм. Человек не может так делать. То есть вот я написал. Она как будто не в онлайн, потом хуяк и сразу пишет, даже не появившись в онлайн. И я такой, о, блядь, и прочитано мое все. Ну, как бы это ладно. И вот она думала минут 5, не было ни слуху, ни духу. Потом такая пишет, я ничего не понимаю, типа, и смайлики такие тупые, типа, не разумею нихуя. Вот. Я думаю, ну, блядь, вот первая поклевочка. Думаю, дай намекну хотя бы, что это вопрос. В предложении зашит вопрос. Такой, вот, говорю, это вопрос, на него надо ответить, то есть написан вопрос. Она такая, и пишет, влажная. Я такой, ну, блядь, человек, походу. Да, говорю, правильно, только не влажная, а сухая. Ну, там, типа, сауна это сухая, и сухой пар или влажная. Что-то такой вопрос был. Я говорю, сухой пар, она такая, это почему, говорит, это же, типа, баня. Говорит, не бываю там, не знаю. Я такой, блядь, вроде как человек говорит, и говорю, так, с полпинка, с такой легкой подачей, это вроде как я ответила на вопрос. Там откинула эти слова, поняла, что вот там та-та-та-та-та, а это лишнее. Думаю, блядь, ну человек. И потом что-то пишем. Я про отпуск, про свой будущий какой-то заговорил. Она говорит, о, прикольно, я такой, о, круто, что-то про выходные. И, ну, говорит, мы, говорит, как-нибудь с тобой, может, и вместе там отдохнем. Я такой, ну, окей, я говорю, вообще, как бы, только за. Потому что она красивая, реально фотки присылала. А, вот, потом я такой говорю... А чё, мол, типа, делаешь, ну, с какой целью вообще знакомишься-то, вот, там, здесь со мной переписываешься, чё, я говорю, я не верю в дружбу между парнем и девушкой, как бы, мне вот, нахуй, сразу это все не надо, по-честному. Она такая говорит, так вот, ну, своего человека
найти хочу, возможно, типа, будущего мужа. Смайлики. Постоянно смайлики, блядь. Постоянно какие-то, блядь, с такими с пробелами, вся хуйня. Ну, человек так не пишет. Не будет человек после слова каждого делать смайлик, причем через пробел. Пробел, потом только там скобочка какая-то идет. Вот. Дело пятое. Я такой говорю... И мы что-то дальше пишем. А я как бы зацепился за эту хуйню. Думаю, дай подъебну ей. Я такой, о, говорю, так ты мне только свистни. Где-то уже через спустя сколько-то там сообщений, блядь. Ей пересылаю вот то сообщение, что типа там ищу там человечка своего и, может быть, мужа. Я ей такой ответ на это сообщение делаю, типа это, репощу это сообщение внизу и на него ответ. Типа, говорю, ты мне типа свистни. Я говорю, к тебе на одной ноге допрыгаю. С подъебкой такой, с приколом. А, ну, насколько мы помним, боты приколов не понимаю. И... Она такая, ну, значит, не дано. Я такой, вот это, блядь, да. Просто не в тему ответ, тупейший. Что-то, блядь, ну, типа, ну, значит, так должно быть или что-то, ну, значит, не дано. Вообще мимо темы, нахуй, вообще, блядь. И потом такая, а расскажи мне о своей семье. Если, говорит, это, говорит, не очень, ну, типа, как это, блядь, не тупой вопрос, а, типа, ну, имею ли я право вообще такую хуйню спрашивать. Я говорю, нет, об семье не хочу. Она такая, ну ладно, извини, что типа. И говорит, как нормальный человек, дальше все. А тут как бы мимо темы проехали, чтоб типа на одной ноге допрыгнул я до нее. А ей как бы как будто и по барабану, хотя она вроде как мужа, блядь, ищет. Я такой, ну ладно, хуй с тобой, че. И, блядь, думаю, ну вот. Короче, ладно, говорю, мне поработать надо, и слился. И вот, думаю, надо записать видос, мало ли кто так вот клевать бот. Скорее всего, это бот, 100 пудов это бот, потому что, ну, блядь, но... Прочувствуйте, насколько они, блядь, сейчас умные, и, блядь, будьте очень сильно осторожны, реально, пацаны. Пацаны, блядь, вот, разведут на что-нибудь. А это еще как будто, блядь, вот, ни на что и не разводит. Ничего не выпытывать, никакие ни пин-коды, не перейти по ссылке. Вот, как бы, блядь, беседуют и беседуют. Я не знаю, может, они прокачивают бота своего, какие-то программеры, там, кузна, блядь, малазийские, я не знаю. Вот, просто, типа, находят таких вот чувачков, и, блядь, прокачивают. То есть, будущее, блядь, очень многообещающее. То есть, там, такое может быть кидалово. Плюс всякие дипфейки. Вас, короче, не только вас, вот меня, любого человека могут развести, подставить, блядь. Мне кажется, вот такой месседж от меня хочу, блядь, донести. В чем, блядь, вообще прикол этого видео. Не то, что я хочу поделиться с вами какой-то радостью, блядь. А вот просто, блядь, чуваки, будьте осторожнее. Ну, блядь, какая-то хуйня вообще. И сейчас... Этих ботов ВКонтакте просто пиздец как много. Там вот любая только красивая, если сама пишет, реально, блядь, реагируйте очень аккуратно. Все, пока всем. Всех обнял, блядь.